Гандбол на протяжении долгих лет – это одна из визитных карточек Краснодарского края в спортивных состязаниях. Популярен этот вид спорта и в Славянском районе. В этом мы смогли убедиться еще раз, побывав на соревнованиях по гандболу. Гандболисты из городского и 8 сельских поселений района собрались в спортивном комплексе «Олимп» имени Василия Жевтяка, станицы Анастасиевской, на соревнования среди мужских команд в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства муниципалитета под девизом «Живым и павшим посвящается». Совсем не стали тратить время на раскачку игроки одной из сильнейших команд муниципалитета Протокского сельского поселения. Они аккуратно защищались, часто перехватывали инициативу и уверенно и быстро атаковали, запутывая соперников передачами мяча. А главное, четко и результативно бросали мяч по воротам, наращивая преимущество в счете. Уже третий год с этой командой играем, то есть сыгранность какая-то есть. Из года в год улучшаем свою игру, и все вроде уже получается по сравнению, как играли в первый раз. Каждый раз, когда из года в год играем, это прям отдушина. То есть хочется поиграть действительно. Очень нравится. Хорошей игре команды помогали болельщики. Среди них был и глава Протокского сельского поселения Владимир Симоненко. Он старается всячески содействовать этой команде, которая неоднократно была сильнейшей в нашем районе. Вся команда практически – это все наши воспитанники и выпускники нашей спортивной школы имени Владимира Викторовича Симоненко. Ну и, конечно же, они занимаются на той прекрасной базе, которую нам предоставило муниципальное образование «Славянский район», войдя в программу. Я всегда здесь, я всегда в спорте, ну и также поддерживаю команду. С боевым настроем включились в борьбу за лидерство гандболисты из прибрежного сельского поселения. У них есть свои плюсы в игре, и их они успешно используют. Настрой был боевой, на самом деле. Парни ехали не просто так, видно было, что горел огонь в глазах. Вот, ехали, то есть, хорошим настроем, в принципе. Эта команда уже не первый год играем, вот, собираемся иногда, просто тренируемся. В общем, хорошо, готовились. По итогам соревнований на первое место вышла команда Протокского сельского поселения. На втором – гандболисты из прибрежного сельского поселения. И замыкает тройку призеров команда Маевского поселения. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».